В Одесской области контрразведчики службы безопасности Украины задержали командира разведывательно-диверсионной группы одного из подразделений так называемой ЛНР. Задержанный уроженец Луганской области в 2014 году участвовал в захвате местного облуправления СБУ и обеспечивал его охрану. Впоследствии продолжил террористическую деятельность, воевал против вооруженных сил Украины. По данным следствия, мужчина собирал данные по размещению блокпостов, бронетехники, вооружения и личного состава. Полученную информацию с помощью мобильного мессенджера он передавал в ряды террористической организации и получал за это денежное вознаграждение. Я добровольно принял решение о вступлении в 3-й станично-луганский батальон ВДВ ДШВ, прикомандированный ГБР «Бэтмен». В 2020 году я восстановил контакт со своим старым знакомым, сотрудником Министерства госбезопасности Луганской Республики, от которого получил задание по сбору информации о месте нахождения блокпостов на линии разграничения. Напомню, в начале февраля пресс-служба СБУ сообщила о задержании завербованных агентов ФСБ России, которые планировали нападение на военный аэродром под Николаевом и вывод из строя военных самолетов. Также агентура выполняла задачу получить секретные документы из штаба ВМС и похитить экс-командующего сил специальных операций Вооруженных сил Украины Игоря Лунева.